Алло. Алло. Добрый день, меня зовут Алена. Скажите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Феликс. Хочу вас обрадовать. Мы ранее пользовались услугами платежных систем MasterCard и Visa. И в качестве благодарности за ваше доверие мы делаем вам подарок. Это карта рассрочки. Проценты по нашей карте вам вообще платить не нужно, так как она не является кредитной. Карты покупки оплачиваются с рассрочкой без процентов до 18 месяцев. Тем более по карте предусмотрено пошлинное бесплатное обслуживание. То есть за карту не надо будет платить ни сейчас, ни потом, она для вас будет абсолютно бесплатной. Для уточнения места получения вашей карты оставайтесь на линии. Здравствуйте. В каком городе по месту фактического проживания вам удобно получить карту? Мне бы в Красноярске хотелось. Да? Что? Алло? Вам предодобрено кредит 1 миллиона рублей от Сабанка. Выпуск и обслуживание бесплатные. Снятие наличных без комиссий. Беспроцентный период. А что за собака? Банк такой? Как? Здравствуйте. Алло. Да, слушаю. Меня зовут Ольга. Я представляю фонд «Общественное мнение». Мы проводим опрос граждан России от 18 лет и старше. Опрос займет 8-10 минут. Мы гарантируем неразглашение полученной от вас информации, поскольку ответы всех участников опроса, в том числе и ваши, будут анализироваться только в обобщенном, обезличенном виде, без имен, фамилий, контактов. Согласны ответить на вопросы? Мне нет 18. Нет, до свидания. Алло. Застройщик Санкт-Петербурга продает квартиры по субсидированной ставке 1%. Цены от 4 миллионов рублей. Если хотите получить наш прайс на WhatsApp или Telegram, просто нажмите 1. А если сенсорный экран, как нажать? Алло. Да, здравствуйте. Это Елена Сергеевна, кредитный специалист. Дело в том, что вам, как добросовестному клиенту наших банков-партнеров, Тинькофф Банк предлагает карту Platinum и дарит целый год рассрочки на любые покупки при ее оформлении. На карте лимит до 1 миллиона рублей, рефинансирование для вас и до 120 дней без процентов. Рассмотрите предложение, хорошо? Какой процент? Вообще можно пользоваться средствами банка без процентов до 120 дней. Если же вы выходите за льготный период, то начисляется от 12% годовых. Но обращаю ваше внимание, что беспроцентный период до 4 месяцев. Это достаточно продолжительный период, чтобы воспользоваться деньгами банка и вернуть потраченную сумму в срок и не касаться никаких процентов. Ну что, оформим заявку? А как процент может быть меньше ставки Центробанка? А вы же сейчас где-то работаете? Давайте я вам дам под 15% годовых миллион. Хотите? Поняла вас. Всего доброго. Алло. 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 Да, здравствуйте. Да, это здравствуйте. Дмитриевна.